Меньше суток до самого большого праздника в нашей жизни. Надо бы выпить. Это серьезный повод. Нет, твое здоровье, детка. Не буду, хватит. Ну все, ей нельзя. Почему это? Нельзя. Что значит нельзя? Что это за... А вы не дурите меня? Так вот, почему ты дал себя обойти. Подарок будущему племяшке. Ты просто завидуешь. Наверняка. Пособие для ребенка. Этой победы ты у меня не отнимешь. Постой, секундочку. Он лишь шлепнул тебя по заднице или взял в руку и держал, а? Поскольку это две большие разницы. Хорошая новость. Поздравляю. Как можно такое держать в секрете? Классно. Это твой друг. Да? Я понятия не имею. Знаю. Не успел вытащить дружка. Племяшке подарок. Обрюхатил. Понятия не имею, о чем это они. Ага. О чем? Да о том, что надо вовремя вынимать. Это же главное правило мужика. Нельзя тост. О нем забывать. Тост. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салут, ми фамилия. За семью. Салют. За семью.